Театр «Кукол» приглашает пермяков в эту субботу на спектакль «Дюймовочка». Начало в 11:00 и 13:30. В воскресенье на спектакль «Цветные истории». Начало в 11:00 и 17:00. В пермском цирке в эти выходные единственное в мире шоу «Белых медведей». А также виртуозы, велофигуристы, головокружительные полеты акробатов, смешные клоуны, играющие на саксофоне и барабанах. В субботу начало представлений в 13:00 и 17:00, в воскресенье в 15:00. В планетарии в субботу в 15:00 представление «Круиз по Солнечной системе». В 17:00 представление «Сквозь бег тысячелетий». В воскресенье в 12:00 «Космический адрес Земли». В 15:00 представление «За чертой земного притяжения». В субботу в Добрянке фестиваль сладостей. В программе мастер-классы «Орешки, мишки и леденцы», мастер-класс по украшению капкейков, чемпионат по арбузному боулингу и традиционная битва тортами. С собой дождевик или сменную одежду. Начало в 12:00. Вечером в Перми на Эспланаде бесплатный концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». Старт в 19:00. На территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» в выходные состоится 9-й фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах». В программе выставки техники, традиционного костюма, квест-игра, работа военно-полевой почты, медсанбата, этнофотосалона, концерты и многое другое. Для посетителей будут работать интерактивные площадки. 31 июля в воскресенье в 14:00 состоится завершающее событие фестиваля – реконструкция одного из боев местного значения 42-го года. Начало фестиваля в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00. В воскресенье на улице Блюхера 3А – водная битва. Начало в 15:00.